Великая Отечественная война оказала огромное влияние на всю современную историю России. Широким размахом каждый год россияне празднуют победу над фашизмом. Не забывают россияне и о дате начала войны. Митинги по всей стране проводят и 22 июня. В преддверии скорбной даты на воинском кладбище Великого Устюга прошла всероссийская акция «Горсть памяти». В преддверии этой скорбной даты проводится всероссийская акция «Горсть памяти». Со всех воинских захоронений, с мест захоронений, с деревень, с городов нашей необъятной родины берется горсточка земли, помещается в солдатскую кесету. Потом эти кесеты будут переданы в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, город Москва. Горсточки земли для будущего храма Вооруженных сил собирали многие устюжане. Среди них представители администрации военкомата, юнармейцы, поисковики и служители церкви. Протоиерей Дмитрий Фомин в своей речи почтил память всех жертв страшной войны. Всегда оборонительные войны наиболее трагичные, потому что в них очень много жертв. Потому что, как вы сказали, враг напал вероломно, потери наши были чрезвычайно велики. И поэтому, когда и всегда была нашему народу дарована победа, благодарные потомки молились за тех, кто совершил этот подвиг. Это мероприятие не единственное, приуроченное ко Дню памяти и скорби. 22 июня в 4 часа утра на площади Славы пройдет акция «Свеча памяти», а в 10 утра на том же месте проведут митинг. Никто не забыт, ничто не забыто. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».